Что-то порвал, еще голос. Короче, hello, это я, и сейчас мы сделаем, то есть я скажу свои впечатления о вот этой вот книге. И вот, короче, да, это книга, которую написала вот эта вот чувиха Элли Фрей. Называется она «Жизнь на репит», это первая часть. Вот. Сейчас скажу. Я даже, наверное, нарезать не буду. Сделаю все одним дублем. Потому что почему бы нет. Начнем с того вообще, как я пришел к тому, чтобы прочесть ее. Прочитал я ее, кстати, за 3 дня. Что удивительно. Да, именно 3 дня, а не там 3 вечера. Что такое? Потому что я могу взять книгу, там, не знаю, от 3 до 5 раз в день. Ну, короче, или еще, или больше, да. И почитать. Вот, короче, начнем с того, что я ее видел в городе. Да, я живу не в городе, как бы, да. Такое вот открытие для вас. Я живу там, где нет ни хрена, где нет ни специализированных каких-то магазинов. По типу там. Ну, вот у нас есть, типа, там, строительный, канцелярский. Ну, и одежда, и все. А так, в принципе, нет ни хрена больше. Вот. Я, значит, ездил в город. И меня один раз завели туда. Я там купил книгу и начал вот так читать книги. Да, такая cool story о том, как я начал читать книги. И первый раз я там купил энциклопедию по Life Strange. Ну ладно. В общем, вот, я потом еще несколько раз был в этом магазине. И последний, предпоследний раз, когда я там был, я увидел эту книгу. Прочитал описание. И такое, типа... Какая-то, чё-то, блин, какой-то супер, оно, ну, такое, знаете, прям, ну, не знаю, скучным мне показалось, я, ну, не стал брать книгу, вот, потому что у меня в голове уже было то, что автор там может написать, но, кстати, ничего из того вообще не было в этой книге, вот, я такой думаю, ну, какая-то скукотень, наверное, и брать не стал, и тут на днях я такой думаю, типа, а чё бы мне почитать? Я прочитал вот книгу, где она лежит, блин. Вот эту просто шляпней книгу не читал. Я ее еще и за свои деньги взял. Я ее с этой был... Было ровно наоборот, как с вот этой. Эту я увидел в библиотеке у нас. И... Я ее купил. Типа такой, о, наверное, крутая, куплю-ка я себе, чтобы она была, ну, чисто моей, понимаете, да? Вот. Ну ладно. Об этой книге сейчас. В общем, эта книга. Значит, я такой думаю, что почитать. И такой, ну-ка, ладно, почитаю вот этот вот такой. Пишу «Жизнь на репит». И начинаю читать «Жизнь на репит за тобой». А это вторая часть. Вот, я читаю, и там все начинается с того, то, что типа... Что-то там... Я не помню с чего, честно сказать. Но я там проспойлерил себе кое-что, что знал, что все к этому придет. Но, знаете, на меня спойлеры как-то не особо работают, потому что... потому что, короче, я все равно слежу-слежу за сюжетом, как-то забываю о том, что, типа, я не держу себя в голове особо, что у нас впереди еще то. Если это к этому идет, то я даже не понимаю, что, может быть, оно сейчас будет, да, а может быть, оно сейчас обломается и, там, потом следующего раза будет, надо ждать. Короче, надеюсь, вы поняли. Вот, я начал читать и такой, нет, я не люблю читать электронные книги, пойду в библиотеку и возьму. А я сначала забил фиг на то, что та часть, вторая, наверное, надо в камеру досмотреть. То, что та вторая часть, это вторая часть. И там не было написано, типа, если ты не читал первую, то не читай вторую. Вот. Там просто было написано, из первой части вы узнаете то-то-то-то-то. Я такой думаю, ну, наверное, раз так нам пишут, что вы узнаете то-то-то-то, значит, это, наверное, ну, неважно, подумал я. И начал читать, прочитал там несколько страниц, такой думаю, нет, так нельзя оставлять, надо идти и брать книгу.
Я взял, а там оказалась вообще другая часть, вот первая, в библиотеке. Я взял книгу в библиотеке, она там платная, прикиньте, 15 рублей за книгу с библиотеки. Пипец. Вот. И, ну и чё? Ну и вот. Я её прочитал за 3 вечера. Что я могу сказать об этой книге? На самом деле, книга мне очень понравилась, и до такой степени понравилась, что мне кажется, ничего больше. Не знаю, может, я какой-то идиот. Мне с многими пишут, а, да ты ничего не понимаешь в литературе, да не, всякие там, да, типа набегут. Ну, короче, ладно, пусть пишут, что хотят. Но мне кажется, что после этой книги я никакие подобные подростковые истории, да, всякие, не смогу читать. Вот это, прям пока икона в своем, ну, типа, стиле, понимаете, да? Вот. Ну да. Мне нравится, как она написана. Она написана, типа, супер просто, ну, и легко читается. А не то, что вот это вот тут какой-то... Я не знаю, тут просто... Во-первых, она нудная. Тут все страницы немножечко поменьше. Хотя и по шрифту, вроде как, и по размеру текста, они одинаковые, да? Вот, это, блин. Вот. Ну, вроде как одинаковый, да, хотя... Ну да, одинаковый. Вот. Это, короче, супер нудный, я долго очень читал, а эту вот, видите, сюжет хороший, и мне понравился, я прочитал. Короче, все начинается с того, что... Без... Кстати... Ладно, забейте. Все начинается с того, что мать... Вот пролог у нас есть. Что мать нашего главного героя, беременная нашим главным героем, либо героиней, в зависимости от той линии, о которой, то есть, которую мы читаем, заходит в какую-то там ширпотребную лавку, да, в которой продаются старые и всякие, короче, безделушки, и она покупает там, то есть, приглядывает, не то, что приглядывает, ей продавец говорит, что я знаю, что вам надо, вот специально для вас, вот, дает ей шар с предсказаниями, и она говорит, у меня родится мальчик, трясет шар, и он говорит, типа, короче, не говорит ничего конкретного, нейтрально отвечает, и она говорит, вот, там, ваш шар, даже этого сказать не может, а дедок ей говорит, мол, шар никогда не врет. Вот. И все. Ну, и по итогу что? По итогу мы можем в описании посмотреть, что родился у них вот Макс Гермафродит, он проживет параллельную жизнь, хотя в конце в примечании автора написано, что сейчас даже зачитаю вам. Интерсексы не гермафродиты. Люди не являются гермафродитами в полном смысле этого слова. У них не бывает двух репродуктивных систем одновременно. Даже сам автор об этом говорит. Вот. Ну и короче, вот. Потом у них рождается ребенок, и им врач говорит, что, мол, у вас вот так и так, такая ситуация, типа, первичные признаки половые такие, а вторичные такие. Вроде как, не особо я шарю за биологию, за медицину. И он говорит, типа, чаще всего оставляют девочку, а как бы и... Но у вас, типа, и те сформированы хорошо, да, и те тоже полноценные, скажем. Поэтому, типа, если вы выберете что-то, короче, хоть что бы вы ни выбрали, все будет нормально. Вот, и они там спорили с отцом, мать с отцом, и все. Вот тут разделяются линии. Первое, это когда Шар говорит, что будет
девочка? Или нет? Сейчас посмотрим. Блин, погоди. Вот, да или нет? Вот, засните реально книги из библиотеки, потому что... Вот, видали, да? Вот, да, первое у нас начинается с того, что Шар говорит, что лучше стать человеку этому вашему девочкой, да, и все. Ну и, короче, все тут у нас линии персонажей расходятся. У нас идут параллельно жизни Макса и жизни Серафимы. Спойлерну. Если не хотите услышать спойлер, закройте уши. Хотя нет, ладно, потом скажу. Открывайте. Прикиньте, а вот те, кто закрыли уши, они как узнают, что им надо их открыть? Забавно. Ну ладно. Короче. Ой, что мне, блядь, в глаз попало. Вон у нас. В общем, чё я могу сказать? А, забыл. Ну вот, все, у нас идет параллельные линии истории этих людей. Вот я, кстати, себе вот куплю эту книгу, несмотря на то, что я ее прочитал. Куплю первую и вторую часть. Вот. Да. Вот так. Ну и все. Короче, что тут еще сказать? Все, там пошел основной сюжет. Что сказать-то? Ну... Не знаю, как по мне, автор хорошо передал атмосферу того, где происходит. Что-то, блядь, со светом не то, зацените, я оторвал только что светильник. Да-да, я. Сука. Козёл, сейчас погоди. Может, вот так сделать, типа? В общем, да, как по мне, автор хорошо передал атмосферу того, где все это происходит, то есть какое-то там задрипанное есть село или городок, что там, какое-то, вот. Ну, в общем, да. Вот, и автор, по-моему, хорошо раскрыл не то чтобы личность, да, скажем, личность и переживания главных героев, как Макс, так и Серафимы. Хотя, признаюсь честно, читать за Макса линию мне было интересней. Вот. Да, вот так. Что еще? Вот. Да. И вот когда у... А тут, кстати, еще такие вот, типа, я не знаю, как это назвать, но мне нравится, что тут под ним... Я уже не помню, где. Надо было бы сделать закладку, но он... Поднимаются такие темы. Хотя мне еще завтра и послезавтра есть. Есть или нет? А, у нас уже сегодня. Гений. Поднимаются такие темы. Не то, что поднимаются, тогда о них говорят. Допустим, я там видел, что типа у Серафимы как бы нет месячных, да, из-за того, ну, что она такое родилась. Из-за ее развития, из-за ее организма. Но она попросила у своей лучшей подруги прокладку. И там прям была эта целая сцена, да, скажем так, как это все происходило. Вот. Но она попросила только для того, чтобы быть типа такой, как все. Вот. Ну и вот, казалось бы, какой адекватный человек будет писать об таком, о
о таких, казалось бы, постыдных и неловких, неудобных моментах. Но это, знаете, это, по-моему, делает из литературы не что-то такое прям, знаете, высокое, прям непонятное каждому. Это, наоборот, приземляет эти произведения и описывается жизнь, типа, обычных людей, вот как есть обычных школьников, обычных подростков, да, так она и описывается, короче. Вот, это круто. Еще там Макс с Артемом, ну, на момент, когда об этом писалось, они были лучшие друзья, а под конец книги они, если вы читали, то сами знаете, кто. Вот это, кстати, я себе проспойлерил и немного удивился, типа, как вообще так это произойдет. Но потом я дочитал и такой, а, ну вот оно и произошло. Короче, там было написано, что они ночевали друг у друга и делали всякую, что-то там, что-то делали и менялись трусами. Ну, казалось бы, да, что, зачем такое писать? Но и майками, да. Вроде как там тоже об этом писалось. А, и вот. И это, знаете, такие штуки, которые, в принципе, знакомы каждому, наверное. Ну, не то, что прям конкретно эти, нога зачесалась, как бы, сейчас. Не конкретно эти, но что-то похожее. У каждого есть такое, что он прожил, что он испытал и думает, наверное, что для других это странно. Вот. И типа, вот мы читаем, допустим, да, и мы такие, типа, че за странные ребята там, да, типа, какого хрена, вам не противно? Допустим, да, может кто-то так сделает, а может кто-то прочитает и поржет, типа, ха-ха-ха, как смешно, да. Вот. Но, то есть, короче, не знаю, мне вот это зашло. Это, понимаете, это вот, наверное, это есть современная литература, потому что, ну вот, да, прям читаешь и прям как будто вот реально смотришь какой-то сериал или фильм, вот прям все так описывается, автор говорит тем языком современным, люди говорят языком современным. Да, конечно, это непривычно, казалось бы, ты когда-то никогда не читал, да, книг, или читал какие-нибудь, типа, переводы, да, какие-нибудь, вот, например, как Михаилидиса, и у меня есть еще «Воскреситель» или «Анатомия фантастических существ», вот, там тоже переведено. Ты читаешь, это все так, знаешь, красиво, да, а тут автор пишет, писательница, наверное, да, скажем так, так, как это в натуре все есть, так, как говорят персонажи, потому что она живет в России. Я погуглил, вроде как это русская писательница. Если я ошибаюсь, то я ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях. Вот, и тут не написано, чей перевод. Поэтому еще раз убеждаюсь в том, что эта книга реально написана русской, русским человеком. Русской девушкой. Дизайн обложки тут написан, и... Бля, у меня же голова заболела. Ну, вот. И это все, понимаете, так... таким кажется тебе близким, понимаете, и неотдаленным. То есть ты буквально читаешь о том, в чем ты живешь. И это круто, да, следить за какой-то историей, которая, как бы, ну, не является почти особой выдумкой. Она может быть вполне. Кстати, вроде как там говорилось, выдвинулась кем-то, вроде как Максом на истории литературы такая теория, что, то есть, такая мысль, что, типа, ну, я ее так понял, да, что бы мы ни делали, обидно будет, если, короче, звук не запишется. Что бы мы ни делали, короче, то есть, делая какие-то вещи, мы создаем новую реальность. Допустим, да, допустим, вот сегодня я вышел к доске.
Вот, пожалуйста, да, вот, имеем, что имеем. А я не вышел, мне поставили двойку. Это совершенно вот уже другая реальность, параллельная вселенная, да, скажем так. А в параллельной еще в какой-нибудь, да? Я мог в этот момент выйти в туалет, мне бы в классе не было, да? Вот. Интересно, интересно, как по мне. Вот. Ну и все, короче. Ну хотя, может, еще что-нибудь скажу. А что тут еще сказать? Что ж тут еще-то сказать? Ну вот, да, я сказал, что это написано все тем языком, который мы слышим в повседневной жизни, который мы понимаем прекрасно. Какие-то приколы там, ну не то, что приколы, а какие-то именно те штуки, которые русские понимают, русские только так напишут, понимаете? То есть не может русский писатель, да, автор какой-нибудь, написать хороший британский детектив, просто потому, что он, скорее всего, да, не сможет передать атмосферу Великобритании, какого-нибудь там Лондона, какого-нибудь Кембриджа. Книга вообще, то я говорю, не читайте нахуй. Хотя хотите, прочитайте, ваше дело. Вот. Потому что нужно жить там, нужно слушать, это все нужно впитывать, чтобы потом это высказать в книгу. И вот, например, я не знаю, что, например, тут не на каждой странице есть такое, но тем не менее, такое встречается часто, что ты читаешь и такое, ага, да, вот это мне знакомо. То есть, ну, понимаете, да, в общем и целом, это какой-то не то, что обзор на книгу, это и не рецензия, это просто мои мысли по поводу нее и некоторые свободные ассоциации, наверное, потому что вот я, наверное, дофига раз тут, а может быть и нет, а может быть и ни разу говорил о чем-то и потом переключился на что-то другое. И сейчас трушные психоаналитики все прочитали меня полностью. Вот. Но, короче, эта книга мне прям супер зашла, 9 на 10, вот, да, потому что для меня книга это прежде всего, как, ну, типа, знаете, развлекаловка, типа, как сериал, понимаете, я не думаю, что... Хотя я не смотрю сериалы. Я не думаю, что кто-то смотрит какой-нибудь там Twin Peaks, да, что, блядь, мне просто не видно камеры, поэтому я редко смотрю в камеру, да. Я не думаю, что кто-то смотрит какой-нибудь Twin Peaks ради какой-то глубокой мысли и каких-то глубоких раздумий, самопознания и саморазвития. Но это глупости какие-то, по-моему. Разве нет? По-моему, да. Вот. Так же и с книгой. Вот. Кто-то может... А. Да, то есть я читаю книги только для того, чтобы убить время и познакомиться с новой историей. Впустить в себя... добро, впустить в себя новых персонажей, новые истории, да, понимаешь, чтобы следить потом за ними. Вот, ну и на этом все, наверное. Я, может, если еще что-то вспомню, добавлю. А пока я пошел отрендерю это видео и залью, скорее всего, сегодня же на YouTube, потому что в такое время я спать не буду. Зацените, кстати, еще что. Я думаю... Кстати, если хотите, чтобы я сделал обзоры и рецензию и мысли по книгам, которые я купил и уже прочитал давным-давно, это книги вот эти. Блин! Они офигительно тяжелые. Не знаю, сколько тут. Наверное, как моя электрогитара. Вот, короче, ну, про это я записывал. Вот это есть.
Но, типа, я потратил на нее 315 рублей, чел, за вот эту вот книгу. Блядь, что она не в фокусе? 315 рублей, короче. Я мог бы ее за 10 минут, блин, в магазине прочитать, но я этого не сделал. Ну ладно. Вот это вот. У меня, значит, есть... И вот это вот. Поэтому, если кому-то интересно мое мнение об этих книгах... Да. Мои мысли об этих книгах, то пишем в коммент. Хочу, короче. Книги, давай книги. И вот про эту тоже могу рассказать. Тут просто миллион претензий есть. И миллион мыслей. Поэтому я как бы расскажу. Мне не жалко. Забыл, о чем говорил. Сейчас, погоди. Вот я не знаю как. У меня просто штатив стоит на книге. Мне еще одна книга. Бля, вот так надо было записывать. Короче, я взял мятную сказку. В библиотеке тоже. Опять-таки за 15 рублей. И мне подруга такая говорит: ты че, ебанутый? Я говорю: почему? А что такое? Она говорит: ты серьезно? Ты взял мятную сказку? Ты что, совсем, что ли? Типа, ебубу? Я такой думаю. А что такого, собственно, в том, что я взял мятную сказку? Вот. Ну, а оказалось, что она ее читала. О, кстати, зацените. Что если вот... Ну, типа, да, если... Просто вот есть этикеточка. 445 рублей. Давайте проверим. А, кто-то. Тоже вот. Давайте их сверим с вот этой. Этикеточку. По-моему, похожи. Вот, зацените. По-моему, похожи, можем не знать. Хотя они везде, наверное, похожи. Вот, как оказалось, она ее читала, и ей прям жестко не понравилось. Я потом почитал отзыв, то есть, типа, посмотрел оценки. Блин, что у меня голова от этого не дужа. Почитал оценки, посмотрел отзывы, типа, и ужаснулся. Да на самом деле нет. Короче, там 1, 1, 1, 2 из 10, 3 из 10, 10 из 10. Ну и потом там опять 2, 1, 1. Короче, видимо, супер плохая книга. А, кстати, зацените, что тут написано, что тут написано. Давайте почитаем. Книга, прославившаяся в одночасье. Книга, которую цитируют все. Книга, которую цитируют все, и у которой оценки 2 и... Короче, да. О, вот так, кстати, можно еще сидеть. И тут, типа, тоже что-нибудь будет интересненько. А вот так, типа, посередине. Ну, ладно. Ну, так, кстати, кадры интереснее выходят. Вот давайте, кстати, сейчас превьюшку сделаю. Нет. Как-то надо вот так вот с книгой. Или типа, вот так. Да, вот это найс. Все. Что, ну вот, короче, вроде я читать-то немного, я, наверное, я как раз и взял ее сегодня. Я как раз и взял ее сегодня, потому что завтра я хотел сдать книги вот эту вот, «Жизнь на репит» и «Основы психологии». Но библиотека-то завтра закрыта, я подумал, лучше возьму сейчас эту книгу и дочитаю, почитаю ее на выходных, а в понедельник сдам консультацию по русскому пройду, пойду сдам эти все. Вот, вот так вот. Поэтому, как бы, до скорых встреч. 2 миллиона читателей на Wattpad. God damn.
Всем до новых, скоро, надеюсь, встреч в следующих видео. Если было интересно, пишем комментарий, ставим лайк, все дела. Вот. Ну, никаких не ставьте, никого не обязывают, как бы, да? Вот, все. Всем до встречи, всем пока.